Привет! Привет! Все супер! Блин, вам так повезло. Вы находитесь в самом, это самый центр, вот здесь рождения. Это, можно сказать, юмористические сперматозоиды. Всех у вас, вы все имели дело со сперматозоидами? Ну, ты вот буквально, я уверен, у тебя же уже было. Видел такой, блядь, сколько их в одной ладони? У тебя было такое? Куда их деть, да? Ну, то есть, залазь обратно по одному! Да, помнишь этот? Да, во-во-во, с раковиной вниз, все, и там в трубе забились. Было у тебя такое? С волосами вытащил, да, типа, мама, пиздец, надо вытаскивать волосы, вы же мои дети, мама! Такой, сынок, это не я, отец такой, это я, блядь. Отец, наверное, любит рок-музыку, да, волосатый. Ладно, это чудо зарождения юмора. И очень часто комедия на стадии зачатия, она не очень веселая. Опять вернемся к сперматозоидам. Вы взрослый уже мужчина, у вас это вы вместе, вы не пара. Ну то есть вы, нет, просто я хер знаю, вы такая, два уважаемых мужчины такие, вы коллеги. Может завтра уже что-то начнется, ну то есть вы же давно вместе, типа, работаете, типа, а извини, типа, а ты, а что ты сделал, блядь, твою? А у меня они в ведре лежат. А вы вместе в одном кабинете сидите или в разных кабинетах? Open Space, это всегда загадка, где он сегодня, да, типа, блядь, здесь, блядь, он был здесь, его духи здесь, значит, он на обеде. Какая компания, в одной компании? Компания Юлмарт. Юлмарт? А у вас есть какая-то корпоративная культура? Ну, то есть, вам пофиг, типа, нет чего-то объединяющего? Ну, типа, все натуралы. Или все в разнобой, типа, я вот такой, а я такой, типа. Ну ладно, хорошо. Отстанем от вас. Вот потом будете. Вечером, блин. Ничего тебе не будет. Ты нас выгнал. Вот девушка, вы недовольны. Вам не нравится что-то? Как вас зовут? Мне все очень нравится. Мне Оля, а вы чем занимаетесь? Работаю в лесу. А это страховая компания? Извините, вы тоже? Мы коллеги. А, вы коллеги. Ну, а это вы мужчина? Чей мужчина? Он наш будущий клиент. Сейчас ты выходишь, машина горит! Оля такая, пиздец, надо было страховаться. Да, вот лопух. Прохохотал. Вольво. Клиент, вот ты сейчас должен посмеяться. Вот сейчас чисто будет прицельная история про тебя. Ты готов? А ты где работаешь? Я работаю в компании. А? Извини, в маленькой турбокомпании. Турбокомпании? Нет, просто говорит четко, не обязательно говорит. Это тоже сам, что... А я работаю... Ты что, с микрофоном? Ну я работаю в туре, блин, блин. Где ты работаешь, извини? Я же тебе уже рассказал. А, даже это не повторил, нормально. Ну я же, блядь, не буду. Не, хули мне, блядь, не понимали, как не хуля, блядь. Давай еще раз. Давай, давай. Где ты работаешь? Пиздец, вот это, блядь. Как ты будешь это оформляться в рэп? Скажи. Имя. О, хили, блядь, блядь. Нихуя. Я поняла. Имя как? Имя хили, блядь, блядь, блядь. Окей. Закончили нахуй с вами разговаривать. Пиздец, оформляйте как хотите, фантазируйте. Я, блядь, любое придумывайте. Как, где вы работаете? Давай, реально, всем где? Никто не услышал. Если б я один такой, блядь, все такие, стоматолог, долбоёб. Ну я... Я клянусь, я не услышал! И никто не понял! Где вы работаете? Работаю. Есть! Бля, мы близко! Пошла картотека работ! Так? Название! Я понял, мы должны догадаться. Ну ты кто-то явно, ну, не интеллектуальная профессия, правильно я понимаю? А дамы твои в курсе вообще, вы знаете, вам ребус вам достался, понимаешь? Бля, так чего его застраховать? Ведь хуй знает, где он работает, понимаешь? Или он скалолаз, или водолаз, это разобьется или утонет, да? Что там напишешь в пункте? Риски, понимаешь? Или, может быть, он динамит высасывает из петард, мы не знаем. От разрыва губ, понимаешь? Где? Ну где вы работаете? Топливная компания. Чего можно застраховать исполнительного директора нефтяной компании? Подожди, извини, они говорят, он наш будущий клиент. Значит, вы не страховщики. Конечно. Вы не страховщики. Это же стриптиз-клуб тоже, да? А,
такая игра. Застрахуй меня. И я лизинг. А я Сосин. Привет. Вы видно, что такие молодежь, да? Вы очень красивые девчонки. Но почему-то... Меня из этого исключить. Не-не-не, вы очень некрасивые, если... Просто, когда я смотрю, говорю, дамочка, блядь, с таким еблетом не выходит на улицу. Зайди в Макдональдс, возьми пирожок, пирожок сюда, пакет сюда. Вы, получается, почему вы две в очках? Сестры. Вы сестренки. Генетические проблемы со зрением, да? Папа крот или как? Чтобы встретиться с батей, кладем на землю морковку. Выходит, да. Как в мультике, помните, Чехословакия? И отец, приходи, у нас выпускной, пошли нахуй! Вы чей-то парень, чей-то друг? Чей? А, ее. Как тебя зовут? Александр. А ее? Валерия. Валерия? Офигеть, у вас дети будут очень красивые. Хотя это никак не связано, потому что отец будет. Отец будешь не ты. Смотрите, мы. Ой, а ну ты тоже такая милая девочка, такая вообще вот реально. А ты вы подруги? А сколько тебе лет? 21 год. Ты реально выглядишь очень хорошо. Вот знаешь, что... Вот неандертальцы, вот 21 год для них это было пиздец. Хуя дожил, Игорь! Понимаешь? Это типа, ему 21! Кричит там 9-летний какой-то на горе. Ну то есть, а я пиздец, кашляю уже! А ты сейчас такой экологии, ты в каком-то хорошем районе живешь, в каком-то районе живешь Питера? Ну, ты пиздец с лебедями, наверное, общаешься, да, типа... Ну что, она очень хорошо выглядит. Извини, а сколько тебе лет? 29. 29! Смотри, 7 лет разница, пиздец! Вот я говорю, вот... А сколько? Не, я-то тупой, у меня тоже есть где-то плюс, где-то минус, понимаешь? Минус возраст, минус интеллект. Плюс 30. О, какой удивительный человек. Правда, три яичка. Правда, это вот как бы... Возьмите на самую... На... Застрахуйте. Застрахуйте меня? Третья. На что? Типа, на случай утери яйца. А мне наоборот хорошо, если где-нибудь раз сосульки, бом, раз оно отвалилось. Я человек нормальный. Это ваш мужчина? Ваш муж? Вы замечали вот такую историю, что женщине, невыгодно, чтобы ее муж выглядел хорошо. У меня есть знакомый чувак, он развелся и через месяц пиздец стал красавчик. Женщина, потому что они же ревнивые очень сильно. То есть, и когда ваш муж красавчик, вам как бы это немножко вас напрягает. Почему вот эти, знаете, домашние вот эти мужики, вот когда колени вот, блядь, вот такие вот, огромные, рваная майка, он говорит, Игорь, ты сегодня хорошим, спасибо, Лариса! Бьет! Он говорит, мой хорошенький. А потому что она знает, никто не позарится. Да? Вот вы давно в браке? Да, говорит она. Жена говорит, так и есть. Пиздец, блядь. Вы видели, какой достался. Вы сколько в браке уже? 4 года, брат, я не представляю, какой ты был. То есть ты сейчас, ну такой нормальный, но раньше, я уверен, на лошади по Питеру. Рыжие длинные волосы, копье, здесь голова дракона. Эй, мне полную чарку недовухи. Это, блядь, рыжий воин, давай, бери. И тут такая она, такая, привет, типа 4 года назад. Эй, красавчик, я покорю ее. Такая, пойдем, через 4 года. Че, блядь, может на стендап сходим, блядь? Ты у меня рыцарь. Правда? Нет, ладно, нормально. Секс – потребность естественная всех живых организмов. Абсолютно все этим грешат. Люди, ослы, там, креветки. У всех эта вся тема происходит. У креветок есть специальные клубы. Вы знаете, у креветок в этом выдуманном океане плавают? Нет, на дне океана есть маленькие клубы, выстроенные из ракушек. Там есть креветки, они такие, типа, у них много лап, они такие, пиздец, вот это дискотека. Ну, то есть, у них другой вкус, там только губин появился. Ну, то есть, потому что... Это мы здесь, типа, блядь, там этот, LJ, там нихуя, Зимаха, ну, то есть... Там они как бы танцуют, да, вот у них такие лапки. Вы знаете, почему у них здесь иногда икра? Кто ел креветок? Есть кто-то, кто из богатых, здесь кто-то есть? Ели? Ну вот, юмор, ты ел креветки, вот ты понимаешь, вот эта икра, вот ты говоришь так. Делал так? Нет, я не про креветки. Короче,